сотая серия. Мурманск, Магадан, трасса Р-504, Колыма. 19-й день движения. Этот день оказался самым тяжелым, самым проблематичным для меня. Мало того, что был поврежден диск, были многочисленные проколы и порезы. Проколы от шурупов на дороге, проколы от острых камней и порезы от щебенки. Значительную помощь мне оказали ребята из Усть-Неры. Их фотографии я размещу в видео под названием «Усть-Нера, Р-504, Колыма». Мало того, что они затратили уйму времени, чтобы оказать мне помощь, содействие, но и ни копейки не взяли, отказались от какого-то материального возмещения. Это меня просто потрясло. Я несколько дней потом ехал в автомобиле и на видеорегистратор о них рассказывал, об этих ребятах. Мало того, я на трассе останавливался на привалы, разговаривал с мафейщиками, с дальнобойщиками, рассказывал эту историю, что эти ребята для меня сделали и отказались от материального вознаграждения. Но они в один голос говорили, что это так принято на Сибирах, что никто не берет, ну вот там деньги или еще что-то за оказанную услугу, за оказанную помощь, за содействие. Это для меня открытие, это для меня потрясение. Смотрим видео дальше. Ремонте ты предупреждала табличку до 24 года, да?
знает он, через 60 километров будет какая-то хрень.
нашей дороги. Как вот проехать, блин? Thank you.
все-таки сухое.
района.
спустила заднее. Короче, спустила заднее правое колесо, вот, что будет дальше, не знаю, вот такая вот невеселая история, запись останавливаю.